Локомотив экономики республики. Так называют строительную отрасль. Как этот самый локомотив тянул в прошлом году и что сделать, чтобы набирал скорость в будущем, говорили сегодня на расширенном заседании коллегии Минстроя Чувашии. Одно рабочее место в строительстве дает 6 рабочих мест в смежных отраслях. Каждый вложенный рубль превращается в 10 рублей роста валового регионального продукта, утверждают эксперты. По итогам двух последних лет республика занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа. Я хочу это озвучить. Ввод жилья на одного человека в прошлом году составил 0,67 квадратных метра. Только вот каждый квадратный метр жилья обходится простым обывателям примерно в 40 тысяч рублей, что, конечно, дорого, отметил глава. Так или иначе, отрасль развивается. В 2013-м в Чувашии произвели больше строительных материалов и конструкций, чем в 2012-м. Кроме того, теперь не нужно ввозить в регион облицовочный кирпич. Его начали производить прямо в Чувашии. Кстати, в прошлом году активно не только строили, но и капитально ремонтировали. Отремонтировано 126 домов общей площадью свыше 433 тысяч квадратных метров, которые проживают более 19 тысяч человек. На указанные цели было направлено более 266,5 миллионов рублей. Еще в 2013-м в республике начали создавать специальную систему капитального ремонта. В нынешнем ее планируют довести до ума.